И вот так может быть ею. Да, все, отличненько, друзья, я понял, как нам надо пользоваться вот этой миной. Отлично, фига себе, сколько их много-то было. Приветствую всех в игрушке под названием Hungry Shark Evolution. И сегодня в этой серии мы сыграем за особую акулу под названием Акула-робот. В принципе, выглядит она вот таким образом. Она имеет вот такие реактивные двигатели, то есть, когда мы будем выныривать из воды, мы будем очень долго летать. Также она умеет кушать мины и в итоге ими стрелять еще. То есть, акула очень классная, мне уже не терпится за нее поиграть. Ну а вы, ребятки, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, потому что это очень важно. Ну что же, давайте приступать. Ну и вот наша акула-робот уже в бою. Я, кстати, слышу то, что у нее звук, когда она плавает, довольно-таки странный. То есть это звук вот такого мотора, что ли, да, рева. И это довольно-таки классно, потому что обычно, ну, ты слышишь просто виляние плавников, а тут у нас вот такой пропеллер, друзья, кружится и издает такой звук мотора прям. Ну что же, давайте тогда сейчас мы попробуем на этой акулке выполнять какие-нибудь миссии, потому что я заметил, тут у нас их довольно-таки мало. Я думаю, может быть, хотя бы какую-нибудь мы все-таки сможем выполнить, да? Так, ну что же, тогда обращаемся к карте и видим то, что первая ракушка и вторая, кстати, находятся очень близко к нам. Поэтому сейчас это просто, друзья, необходимо взять и выполнить какую-нибудь миссию. Ну, естественно, найти ракушку. Так, ракушка, ты у нас должна быть где-то здесь. Так, а, нет, друзья, чуть-чуть прозевал. Значит, нам надо немножечко вот сюда. И тут у нас, по сути, должна быть ракушечка. Вот она. Все, отличненько. Открыта новая миссия. Сейчас пока что я, друзья, на нее смотреть не буду, потому что я хочу... сначала ту миссию, да? О, ничего себе, меня этот эхолот что-то как-то, друзья, жестко подамажил-то. Я что-то вообще в шоке сейчас был. Так, ладно, давайте тогда сейчас мы не будем на него нарываться. Может быть, он слишком сильный для этой акулы. Я вижу то, что у нас уже ракушечка находится где-то здесь. Так, ну и ракушечка... Все, отличненько, друзья. У нас уже имеется, получается, две миссии. И что нам надо делать-то? Кушать этих рыбешек, да? А то что-то у нас все меньше и меньше хпшечек становится. Так, давай быстрее. Вот эти рыбешечки, рыбы-капли. Все, отлично. Вот рыбы-капли, как всегда, меня спасают, потому что они очень-очень много прибавляют мне хпшек. Так, блин, а что, друзья, делать-то? Почему у нас нету ускорения? Я только сейчас замечаю, что ускорение-то я не могу нажать. Я нажимаю кнопочку, которая отвечает за ускорение, но а он почему-то просто, друзья, открывает рот. Это какая-то странная немножко акула. Так, ладно, надо, короче, друзья, поскорее отсюда выплывать уже, да? А то мы что-то как-то вообще запутались немножечко. Только сейчас вот этих рыбешек покушаю обязательно. Ну и в итоге надо бы уже посмотреть, что там у нас за миссии все-таки имеется. Потому что мы уже все-таки две ракушки подобрали, а так не посмотрели, что у нас там за миссии-то в этих ракушечках. Так, ну что же, все, мы сейчас уже находимся более-менее на нормальном уровне. Заходим в миссии, и первая миссия называется «Бум». Взорвать 500 врагов. Ничего себе, это, конечно, многовато, как я их тем более взорву, если я еще ни разу не пробовал это. И вторая миссия называется «Уничтожить». Уничтожить 1000 врагов. Ничего себе, это, в принципе, друзья, вот опять же, такие цели нам даются, которые очень-очень долго надо выполнять. Ну ладно, мы попробуем что-нибудь из этого сделать. Я тем самым временем иду на левую часть нашей карты искать какие-нибудь мины, потому что нам надо позорвать 500 врагов. Но как, пока что, друзья, я не знаю, надо разбираться, поэтому как раз-таки непосредственно я и иду к нашим минам. Так, ну что ты, акулка, не кушаешь-то нифига, а? Или мне надо всегда вот тебя так делать? Во, смотрите, друзья, мина. Сейчас я возьму вот эту мину, ну, точнее, постараюсь как-нибудь. Так, ну что, она не кушается-то, или мне всегда надо вот так, друзья, делать? Так, ну, давай. Надо, короче, тогда, друзья, всех автоматически кушать вот так, то есть всегда нажимать на кнопочку ускорения, потому что по-другому она что-то как-то вообще, друзья, особо-то и не кушает. Так, ну что ж. Ты будешь брать эту мину? Да, все, друзья, отличненько. Я подобрал только что мину. И вот так, может быть, ею... Да, все, отличненько. Друзья, я понял, как нам надо пользоваться вот этой миной дурацкой. Все, отлично. Фига себе, сколько их много-то было. Я почему-то, друзья, взял всего лишь одну мину. И думал, что одной всего лишь буду стрелять-то. А в итоге мы сейчас, друзья, нахватали очень-очень много боезапасов, можно так сказать, да? Сейчас тогда мы будем так хорошенечко всех уничтожать ими, да? Так, получай.
получай, акулка. Рыбешки не слышал. Сейчас буду от вас просто оставлять мокрое место. Так, все, отличненько. Еще пострелял. Интересно, у меня еще и остались боезапасы. Вроде бы вот, вот эти индикаторы как раз-таки отвечают за то, сколько у нас там осталось боезапасов. Так, ну ладно. Сейчас, друзья, тогда мы это с вами обязательно выясним. Так, бонус увеличен. У меня какой-то, друзья, увеличен бонус. Только что за бонус, пока что я еще не понял. Так, ну ладно, мне зато нравится уничтожать всех вот этим оружием, да? О, все, кстати, индикаторы у меня красные. И все-таки индикаторы реально означали количество моих боезапасов. Так, ну что же, друзья, давайте тогда сейчас я буду направляться опять же в левую часть нашей карты. И буду там непосредственно искать опять же наши мины. Потому что мины очень-очень классное оружие. Я вообще могу даже, ну, никого не кушать. Могу просто тупо всех застрелять этими минами. И в итоге миссия выполнится. Ну и плюс еще я буду набирать наши очки. Вот, кстати, у нас минка. Так, хей-хей-хей-хей-хей, мина. Мне надо тебя срочно как-то слопать. Вот, конечно, обидно то, что очень тяжело тут как-то, друзья, прицеливаться. Но в итоге все, наконец-таки я вроде более-менее сейчас нашел мину. Так, еще, давай стреляй. Надо всех тут, друзья, вообще протаранить. Так, отличненько. Кушаем, пока у нас еще имеется золотая лихорадка. И, естественно, пополняем наши запасы. Вот это мне нравится, друзья. Сейчас я вообще наполню весь свой потенциал. Вот, все, отличненько. Теперь у меня имеются все мины, которые тут вообще, друзья, есть. Сейчас буду еще дальше всех тут дамажить. Особенно вот этих дурацких скатов, потому что они что-то меня сильно так уж кушали. А мне не нравится, когда меня начинают кушать вот эти скаты, тем более. Ну что же, у нас уже два индикатора горят зеленым. Но это, в принципе, тоже, друзья, нормальненько. Так, смотрите, сколько тут рыбешек, ты нифига себе. Жалко, что у нас уже мины кончились, да, потому что я бы хотел бы все-таки выполнить непосредственно миссию. Так, ну ладно, я думаю, сейчас точно тут что-нибудь донайдется. Так, блин, нет, друзья. Вот эти большие я не могу, к сожалению, лопать, но зато вот эти с удовольствием могу. Так, блин, к сожалению, мы сейчас только что проиграли, ничего страшного. Мы сейчас берем и сразу же пополняем наши боезапасы. Так, давай, вот эту минку. Отличненько, друзья. Может быть, попробовать вот так сделать? Так, ну, на, отличненько. Воу, ничего себе, мы реально вылетаем, смотрите. Я же забыл, что мы летать-то можем. Вот это да. Вот это я тут пируэты делаю, классно. Я даже и не думал, что эта акулка настолько классная. Мне кажется, из особых акул теперь я считаю самую лучшую, самую крутую, это вот эту акулу-робота, потому что она просто мощная. Она летать умеет, она умеет еще стрелять вот этими своими минами. То есть это, друзья, полная имба. Я вообще не ожидал, что такие акулы у нас есть. Так, ну что же, давайте тогда сейчас мы еще половим каких-нибудь рыбешечек и повыполняем, естественно, миссию, потому что миссия у нас довольно-таки тяжелая. Надо 500 уничтожить объектов, а это, конечно же, друзья, очень-очень большое количество. Так, ну ладно, все, у меня только что кончились вот эти мины уже. Так, и сколько я уничтожил? 500 врагов и только 32% выполнил. Я думал, я там уже очень много, на самом деле, повыполнял. Эх, ну ладно, ничего страшного, сейчас тогда, друзья, буду еще дальше пытаться выполнять нашу вот эту миссию. Так, о, отличненько, как раз таки у меня боезапас уже появился. О, воу, акула Дунглиостей, ничего себе, взяла меня и подожгла просто так. Так, тихо, надо тебе за это отомстить, где бы ты ни была. Оп, давай, получай. Ну, все, у меня боезапасы, друзья, кончились, обидненько. Ну, давай, кусай ты ее, смотрите. Что с нашей акулой-роботом случилось? Она что-то вообще, друзья, какая-то никакая. Так, надо бы, мне кажется, все-таки боезапасов пополнить, и тогда дело пойдет намного лучше. Так, оп, получайте. Еще рыбешечки получайте. И сразу же золотая мания. Я тут сразу же буду пылять во всех. Ну и, естественно, кушать наших вот этих рыбешечек. Так, давай, быстрее, пока у нас есть возможность. И в итоге все. Золотая мания у нас, к сожалению, кончилась. Но зато я заметил то, сколько мы набрали очков. Очков у нас вообще, друзья, очень-очень много. 4 миллиона. Это, конечно, серьезный результат, и мне это нравится. Мне вот эту огненную акулу победить, но я никак, друзья, не могу. Я хочу ее кушать, а в итоге она просто, друзья, не подается моим укусам. Так, ну ладно. Я сейчас только что нашел вот такое захоронение мин, довольно-таки большое. Сейчас мы будем пополнять запасы. Так, вот вроде бы еще вот эту надо последнюю. Давай. А, не, все, уже, друзья, у меня получается все заполнено, поэтому мне и не бралось вот это последняя мина. Давайте тогда всех уничтожать, потому что у нас имеется такая возможность. Оу, а что это? А, друзья, после того, как ты восстанавливаешься, у нас теряются просто все вот эти запасы.
Да, теперь я это тоже понял и буду знать. Так, ну ладно, сейчас тогда мы вот эти еще боезапасики половим, да? Так, давай аккуратненько. Все, отличненько. Две штучки я словил, и опять почему-то наша акула-робот быстро погибла. Я не понимаю, почему на самом деле. Ну ладно, в принципе, мы тоже неплохо откатали. Миссию, конечно, не выполнили, мы еще ни разу в жизни не выполняли миссии. Это на самом деле очень-очень тяжело. Ну ладно, я думаю, потом обязательно мы когда-нибудь это сделаем. Ну а так, в общем, у нас рекорд довольно-таки неплохой. 4 331 000 очков. И меня это, в принципе, очень даже сильно устраивает. Ну что же, а с вами был Илюша, игрушка под названием Hungry Shark Evolution. Если вам понравилась эта серия, вы хотите следующий, напишите обязательно об этом в комментарии, а также наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!